Представители городской власти в субботу проведут прямую телефонную линию. На вопросы бобруйчан ответит управляющий делами горисполкома и администрации Первомайского района, а также первый замглавы администрации Ленинского района. На звонки будут отвечать с 9 утра до полудня. Телефоны для связи указаны на экране. К новому учебному году материальную помощь окажут более чем 20 тысячам школьников Могилевской области. Деньги для многодетных семей перечислят в течение августа и сентября. Размер выплат до 30% бюджета прожиточного минимума, который будет утвержден 1 августа. Шофер общественного транспорта не соблюдал режим труда и отдыха. Это могло негативно отразиться на концентрации внимания. Транспортная инспекция совместно со Следственным комитетом провела проверку по факту смертельной аварии, которая произошла в мае. Поворачивая налево и не убедившись в безопасности маневра, водитель городского автобуса столкнулся с мотоциклистом, который ехал навстречу. Водитель байка погиб. Гендиректор «Бобруйска Громаш» Надежда Лазаревич стала женщиной года в номинации «Успешный руководитель». Награждение победителей прошло в Малом зале Дворца Республики. За звание лучших в различных отраслях боролись свыше 250 представительниц прекрасного пола. В стране официально зарегистрирован новый для белорусской фауны вид млекопитающего – золотистый шакал. 82-й по счету. Эксперты уверяют, этот зверь предпочитает открытые пространства. Он не включен в перечень охотничьих животных, поэтому отстрел строго запрещен.